Хронограф Zenit El Primera DeFi 21 способен засекать отрезки времени с точностью до 0,01 секунды. Расскажем об особенностях и о специфике конструкции этих интересных часов. На выставке эта модель была представлена в корпусе 44 мм из титана. В основе модели Zenit DeFi El Primera 21 лежит механизм с новыми технологиями. Точнее, можно сказать, что два механизма. Один занимается тем, что отсчитывает обычное время, вращая часовую, минутную и секундную стрелки. Второй приводит в движение хронограф. Каждый из механизмов имеет свой собственный барабан, свою собственную передачу и спуск. Такая двукрылая система является достаточно стандартной для многих конструкций. Ее использовал и Tag Heuer, и Montblanc в своих высокочастотных калибрах. Ее же используют Жежер Лекультер в своих и хронографах, и других часах. Баланс основного механизма работает с частотой 36 тысяч полуколебаний в час. Второй, баланс хронографа, ровно в 10 раз быстрее. Он колеблется с частотой 360 тысяч полуколебаний в час. Именно благодаря этому центральная секундная стрелка хронографа DeFi El Primera 21 может совершать полный оборот по циферблату всего за 1 секунду. Шкала вокруг циферблата размечена на 100 делений, и мы можем замерять время с точностью до 0,01 секунды. А когда мы вращаем заводную головку часов, то при вращении в одну сторону заводится барабан основного механизма, при вращении в другую – барабан хронографа. Естественно, что более высокая частота требует много энергии. Если запас хода основного механизма составляет 50 часов, то хронограф может работать всего 50 минут, что на самом деле для столь высокочастотной конструкции достаточно хороший показатель. Что интересно в Zenit El Primera 21? То, что два баланса, баланс хронографа и баланс основного механизма, имеют практически одинаковые размеры. Очень часто в высокочастотных конструкциях используются всевозможные редуцированные балансы. Здесь же баланс практически обычный. А вот спираль является необычной. Спирали являются одной из основных гордостей создателей этих часов. Они в них сделаны из нового запатентованного материала – композита CNT. Карбон матрикс, карбон нанотюб – углеродная трубка с углеродной матрицей. Этот материал невосприимчив к воздействию электромагнитных полей и перепадов температуры. Ну, по крайней мере, в тех диапазонах, в которые попадают часы в обычной эксплуатации. За счет этого достигается гораздо более высокая точность, чем у обычных часов. В частности, Zenit El Primera DeFi 21 имеет сертификат хронографа COSC. Как утверждается в пресс-релизе, механизм создавался с учетом новых тенденций. Иначе говоря, он стал крупнее. Его диаметр 32 мм по сравнению с 30 мм оригинального Zenit El Primera, а толщина 7,9 мм. При этом механизм имеет всего 203 детали. Это очень мало для столь сложной конструкции. Как отмечает компания, более сложные механические функции реализуются с помощью меньшего количества деталей. Другое дело, что конфигурации сложности изготовления этих деталей стали другими. Дизайнеры постарались учесть в этой модели все специфические черты, знаковые черты для «Зенита». Например, ротор автоподзавода выполнен в виде пятиконечной звезды. Такую же пятиконечную звезду мы можем увидеть и на застежке браслета. В целом часы получились достаточно интересными, достаточно яркими. Насколько работоспособной и востребованной окажется новая конструкция, покажет время. Спасибо всем, кто посмотрел это видео.